А перед началом ролика хочу посмотреть канал Escape TV. Он снимает видосики по КРМП, также снимает сам Premier Game, это русский город. Обязательно подписывайтесь, ссылочку на него оставлю в описании. Всем приятного просмотра. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. Сегодня мы играем в криминалочку на сервере Мазин Холиплей, первый сир. Муни Кирилл Футболови, и сегодня у нас будет Будни Мафии. Не знаю, чем займемся, в принципе, я думал сходить на ВЧ. Я сейчас вылечился, из больки вышел, вот утро там нашелся. И сейчас еду на базу к нам, в русскую мафию. Поэтому с вас на лайкосики. И не забывайте, что в моей группе ВКонтакте проходит конкурс на Amazon Roleplay, первом сервере, где я всегда играю, в принципе, на 1 миллион рублей. Поэтому обязательно участвуйте, ссылочку я оставлю в описании. И кто желает, можете приходить к нам в мафию. Так, давайте оплатим за дом, за бизнес. Можете приходить к нам в мафию, в принципе, так, 680, блин, надо там уже продуктов мало в бизнесе, да, надо будет уже скоро завести продукты как-то, попросить кого-то, наверное, ну да ладно, кто хочет там мафию, смотрите, как нас найти, вы там видите в чате, что собес идет, вот, пишите вот, 5 раздел, вот, нелегальные организации и русская мафия, последний, 6 раздел, русская мафия. И все. Приезжайте, в принципе, к нам. Я там долго буду, потому что мне нравится в русской мафии пока что. Поэтому я вам тоже советую, если вы хотите, в принципе, там, может, в серийку попасть и так далее, можете тоже устраиваться туда. Там как бы на изи подняться, отчеты кидаете, и на четверку можно буквально за день легко дойти. С первого ранга, понимаете? Там вас приняли на первый ранг, вы сдали АНК и жаргон, потом поработали. Нихера себе, блять, он борзый нахуй. Потом поработали и все. Ну и заебись. Скинули на отчет на форум, все, вас повысили. Капец, сейчас цены для бизнеса. 24 на 7 продают за 14 миллионов. Блин, как-то дороговато. Вячеслав Молотов, это подписчик. Ну блин, дороговато, 14 миллионов. По-моему, это возле ВЧ находится, это 24 на 7, ну, блин, как-то дороговато. Я еще приболел, чуваки, так неплохо, поэтому у меня горло болит и насморк. Так что извиняйте за голос. Так, давайте ремку купим. А, у меня же есть инструмент, давайте напишем ку-ку. Напишем ку-ку просто. Так, я 7 ранг, если что, снимаешь. Да. Да, я снимаю. Привет, передай. Артём Азимов, привет тебе. И кто там еще был? Артём Версочи, привет тебе тоже. Передай привет Артёму Версочи. Я уже передал, в принципе. Давайте напишем передал. Передал. У нас два ютубера. А кто второй ютубер? А второй кто? Данил Елов. Я типа еще снимаю. Понятно. Данил Елов, тебе тоже привет, короче. Так, вот я уже почти доехал. В принципе, сейчас вам как раз дорогу покажу, может кто не поймет, как туда заехать, потому что, блядь, там такая схема дороги вообще, блядь, это пиздец. Поэтому сейчас покажу, как заезжать. Потому что я думаю, не все сразу поймут, как заехать. Вот сюда сворачивайте просто так и наверх едете. И вот поворачивайте. Да, на карте можно посмотреть, но не до всех доходит бывает. Я сам, блядь, не мог сначала найти, когда добавили русскую мафию, не мог толком найти, как заехать, ну, по-нормальному именно. То по ступенькам и так далее, то понятно. Давайте закроем шлагбаум. Чуть тут на ламбе катаюсь. Так, улучшим скутер. Погнали, возьмем чуть металла. Да. Погнали, надо на базу зайти. Может уже до восьмерки когда-то дойду, я не знаю. Посмотрим. Пока что есть семерка. В принципе, меня это устраивает. Так. Передай привет, Халип Лисенко, привет тебе.
Блин, у меня дико болит горло, конечно. Но все равно надо снимать видосы для вас. Так, взять металл надо. Давайте 50 металла возьмем. Все, хватит. Давайте с ним поздоровимся. Так. Ты вообще идешь? Давайте с ним поздоровимся. Так. Да, буду ехать на обучение. Знаете, обычно такая ламповая серийка, обычный день в мафии, в принципе. Тебе еще не болел, конечно, было бы еще замечательно, потому что, блин, когда отвалеешь, снимать, ну, не так получается снимать, когда я здоровый полностью. А так этот насморк, блин, горло болит, у меня еще темпик был, поэтому вообще, так, не, я хочу гелик взять. Нахер мне скутер, берем гелик, мы ж... Пацанчики нормальные. Все, погнали. Наверное, на УЧ-2 поедем. Она поближе будет. Можно с тобой. Да. Я шлабан забыл закрыть. Все. Погнали. Так, вот мы благополучно доехали до УЧ. В принципе. Так, тут машина до хера стоит. Там АПГшники будут. Поэтому может быть мясо. Давайте сделаю патроны. Макагун. 400 патронов сделаем. Так, погнали, короче. Сейчас вояк найдем. Постреляемся с кем-то. Ну там, блин, АПГшники. Ах, вот ты, сучка, иди сюда. Так. Где он там? Или он зашел? Он зашел, наверное, да? Сейчас будет мясо, я чувствую. Иди сюда, нахуй. Сюда, сука. Он читер, блядь. Сука. Беги, сука, беги! Он читер. Вы видели, он хп себе пополнил? Читак, блядь. Нихуя себе. Он читер, блядь, пиздец. 41-й он читер. Он спалился, блядь, долбоёб. Ну и ладно, давайте пробуем. Но он, я видел, что он читер. Он юзает читы, блядь. Ты читами спалился. Совпадение? Не думаю. Ты читами спалился. Плюс. Сорян. Да ладно, хуй с ним. Пошло все в пизду, сколько можно, блин. Ну не делай так, чувак, блядь. Пиздец. Тупо спалился на видосе в читах. Не думаю. Военный читер, просто военный читер. Вы чего гоните, блядь? Это пиздец. Я тут подписан. Ай-яй-яй. Не нужно так делать. Так делать. Мне похуй. Какой ты уже ранг? 7-й. Я 7-й ранг, чувак, но блин, не нужно читы юзать. Ты сильно спалился. Я не буду тебя сдавать, я не буду тайм делать. В принципе. Чё, ебать, охуел? Ублюдок. Есть, убит. Сейчас буду охотиться на этих... Дубай... Чё, блядь? Долбоёбов, типа? А, понятно. Так, давайте пропишем FPS лимит 90, чтобы патрончики быстрее. Снимаешь, да. Вот именно, чувак, я снимаю, ты спалился щитами. Военный читер, ебать, ну это пиздец. Серьезно, чувак. Ну как так-то, блин? На видосе, блядь, ещё спалиться. Вот знаете, как... Блять, тупо ему карма, не повезло, блять. Ладно, я бы не снимал, понимаете? Именно когда я снимал, он читы врубил. Вы сами видели, можете там посмотреть. Когда я забежал, я в него стрелял, короче, и... Так, это свои вроде. Окей.
Костю не сливайте. Костю не сливайте. Так, Дэн Вуд. Ну конечно, блин, ну я не. Блядь, ну как так ему не. Понимаете, блядь, ну реально это не везет. Это реально, блядь, не везет ему. Потому что он спалился в тот момент, когда я снимал. Ну пиздец. Я реально в шоке. Я просто реально в шоке. Это пиздец. Ну блядь, ну согласитесь, что реально, ну чуваку не повезло. Как бы, блядь, он выкупил, блядь, что это я. Он выкупил, что я могу снимать и понял, типа, стоп, стоп, ебать, я твой подписчик. И так далее, блин. Ну серьезно, Киря, ты свой бис продаешь? Ну не знаю, ну не знаю. Смотря за сколько, смотря за сколько. Не знаю, блин, ну, как бы... Что там продукты быстро уходят. Ну финка какая? Сколько финка? Давайте финку посмотрю. Так, чувак пишет, тебя слили. Киря, когда стрим помазал? Ну не знаю, чуваки. Тут особо просто нечего делать на стриме. Как бы, блин, сами можете это понимать. Реально, блин, пиздец. У кого-нибудь будет 50 тысяч. У меня есть 50 тысяч, в принципе. Зачем ему, мне интересно. Так. Давайте скриншот сделаем. Такой скриншотик сделаем. Реально, военный читер просто. Так, я пару скриншотов хочу сделать. Все нормально. Пиздец, реально чуваку не повезло просто. Костя Дорошев, привет тебе. Алексей Маршелла, Халип Лисенко, Дэн Вуд, Максим, Стеф, всем привет, короче. Так, ладно, чувак просит у меня 50 тысяч, у него типа бабла нету. У меня в принципе 60 тысяч есть, поэтому давайте ему дадим 50 тысяч. Поэтому все заебись. У меня-то есть еще там деньги в банке, в принципе, поэтому, ладно. Конечно, я, ну, как бы конкурс на канале проходит, и когда, чуваки, давайте договоримся так, когда проходит конкурс, у меня деньги не просите. Когда нету конкурса, можете просить. Потому что, ну, я и так конкурс делаю на лям, а вы мне еще и бабки просите. Понимаете, ну, некрасиво. Иду, надо проверить. Ебать, у них дискотека, пиздец. Так, я уже почти фул. Так, кстати, вот я принимаю их в семью. В принципе, мы задумали уже планы на следующую серию, пацаны. Может, печать уже спалили. Поэтому можно сейчас валить уже. Я, в принципе, это будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто не подписан. Участвуйте в конкурсе, кто будет играть на первом сервере. Первый раз вводите мой ник регистрации. Всем пока-пока. She was from the outside, I was from the north. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night. Cause I was from the city. She was from the outside.